ранние выезды. Сколько можно снимать это? Что... Это Олег, вы его знаете. Только... Кто-то снимает. Что один Олег, что второй. Я похож на космонавта, блин. Да у меня не мой космонавт. Красивая попка такая, да? Ну мы ради чего сюда ехали, нашли, короче. Природа, как я говорю, в нюансах, вот она. Там было просто нереально, ничего не слышно, холодно. Я, короче, блин, я первый раз в таких условиях, это жесть. Ну, короче, уши в воде, тебе кричат, а ты ничего не слышишь. Ты думаешь, что типа, да. Что дебил, а на самом деле ничего не слышно, да? Давай. За здоровье. Приемся. Сейчас. Ну вот, дорогие друзья, коньяк наконец-то начал действовать. Разошелся. Молодец, актер. Молодец. За здоровье. Просто на пустой желудок коньячок с утра заходит. Ой-ой-ой, как хорошо. Все, прощайте. Драматичное видео, да, согласен, да? Аудюха, смотри. Оп. Колечки. Покупай, отвечаю, будешь властелином колец. Пацанчик после часа съемок начал делать то, что его начали просить. Молодец, сориентировался. Давай. За здоровье. Да. Итак, это второй день. Я перенимаю эстафету, я не научусь просто на своих ошибках. В этот раз я делала каблуки. Вот такая локация сегодня у нас. Мы все работаем, все нормально. Идет, вот смотрите, вот такая вот у нас оптика. То есть это моя оптика, ну как бы. Вот это такой загончик для маленьких детей. В натуре, выкупай. Вообще, отвечаю. Вот тут, короче, все дети, короче говоря, барахтаются, и все нормально. И аниматоры вместе с ними. Потом будем жарить. Это мы собирались. Здесь есть немножко эпичные кадры такие вообще. Эпично. Ты домой в коллекцию хочешь? Посушить? Да. Они, кстати, очень полезные, чувачок. Их просто люди хавают. Голубое озеро. Но на самом деле оно зеленое. Привет, юмор. Сейчас я отойду подальше, чтобы показать это все безумие, то, что здесь творится. И, кстати, подписывайся на канал, ставь лайки, вообще будет классно. Куда ради хорошего кадра не зайдешь. Вот, отсюда хороший цвет озера. Пацана мучают, короче, уже час он. Слушай, у меня другой вопрос, что с пацаном будет потом? Воспаление легких? А вот это тиран там говорит, помогает ему красивое делать. Леди, вы под шофе? Нет? Говорит, что нет, так что не надо. Это экскурс продолжается. Вот Олег, он очень любит грибы, поэтому фоткает их, да. Ну, ребята, полетали? Нормально все, да? Полетали? Мы уже летаем, все нормально. Считай, мы уже на сыре. Люди, не делайте так! Вам же здесь еще жить и детей сюда приводить.